и ФНС России по железнодорожному району города Самары доводит до сведения налогоплательщиков. В соответствии с федеральным законом от 29.06.2012 года номер 97 ФЗ, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход ЕНВД с 1 января 2021 года не применяется. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения. Первое. На упрощенную систему налогообложения. Второе. Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения. Третье. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход. Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД. Налог на прибыль организаций НДФЛ, налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций, физических лиц. Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России.